Жабка про меня видосик сделал из давнего стрима. Пусть он с новых стримов сделает, с новых стримов еще смешнее. Я им в голову даю, приближаются в голову даю. Я не знаю, что делать, один взял граником кинул. Неожиданно как-то так получилось. Так неожиданно и приятно. 12 seconds later. Ё-моё, мама звонит. Кто помнит это? Ё-моё, мама звонит. Я умираю. Надеюсь, никто не спит. А если спят, то пусть просыпаются. Вставай, заебал ты, ёб***ь прошлый. Я знаю то, что поздно жить. Не надо меня гнать жить, я понял. А я не понял. Это во всем виноват очко Бозу. Отвечаю, во всем это виноват. Оу май. Ты рак. Фантом, сам ты рак. Понял, да, этот момент. Не получается. Пацан, к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Харун, как дела у тебя? Час ночи. Ну ничего страшного. Завтра. И так-то вы школу прогуливаете, и так-то вы туда не ходите жесть. Пойдете там, сидите, ничего не делаете. В яблочко. Пацаны, я вам говорю, же стрим главнее учебы, я вам отвечаю. Идем загонять. Вот с этого момента попадаю. Вот. Хорош пес. По всем признакам ты пес, по всем, кроме верности. Я думал, у меня стенка есть. Один понимает, один стреляет. Дегус тут тупой. Крыса его рот бомбил. А я думал, у меня стенка. А крыса это мина боя, я его рот топтал. Да не бомбит у меня. Ты чё орёшь? А чё они говорят, что у меня бомбит? Но мне не бомбит у меня. Первая неудачная катка. Это во всём виноват Дегус. Один понимает, один его просто в голову дали бы ему и всё. Easy. Real talk. Think about this, man. Тебе сколько лет? Азаму 68 лет. Сколько лет Харону? Харону 45. Кизилюк топ. Я родом с Кизилюда, кстати. Ну, точнее, не родом, а родился. В принципе, логично. Честно скажу, пацан, честно вам скажу, вы тигр здесь. Знаете почему? Потому что вы подписаны на мой канал здесь. Надеюсь, было смешно. Нет. Пацаны, извините, братва, у меня, короче, общее положение там было плохое, суета была там, а там, тут же, сюда, туда, обратно. О боже, как приятно. И побежал, жесть, вот так бежал и не добежал, жесть. Из-за этого опоздал, пацан, на стрим. Ты рак сам. Не, братан, ты думаешь, ты меня обидел, что ли? Не, нихуя. Сильный тот, кто сильный, а тот, кто сильный. Ха-ха-ха-ха! Рассмешнил, брат. Хорошая шутечка, братан. Ты где научился так шутить? Кто покупал обучалку с моего, скажите, она работает? Да, работает на таких лохах, как ты. Да, это жестко. Да, это жестко. Да, это жестко. Да, это жестко. О, битбокс. О, битбокс. Нормально? Ну, четко. Ну все, если это читак, он его аккаунт уже все в бане будет. Видишь, он сам, он знает, где находится, смотри. Смотри, как попал! Смотри! Бан!
Mm-hmm.